Друзья, всем добрый день. Добрый день. Сегодняшний урок будет немного уникальным, потому что WorkClass – это единый мир, нас много и все мы вместе. Сегодня в 12 часов в 27 клубах по всему миру пройдет этот урок. WorkClass объединяет, этот урок будет един в хореографии, в движениях и к любви к фитнесу, потому что WorkClass – это то, когда мы находимся все вместе и едины. Одна сила, все вместе. Ну что, начнем? Мы готовы, да. Музыку включите. Там заиграл. Мы представились? Виталий и Анна. Итак, начнем с разминки. Глубокий вдох. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Еще два раза. Все спокойно. Нам сейчас нужно только размяться. Последний раз. Отлично. Начинаем с наклона. Медленно вниз. На два счета. Вниз. Вниз. И вверх. Плавное движение. Толкайте таз назад. Опускайте руки до уровня колена. Это будет наша комфортная амплитуда. Еще один повтор. Дальше наклон также медленно вниз. Сводим лопатки вместе. Медленно. Вниз руки, поднимаемся вверх. Еще раз также наклон, вниз. И лопатки свести плавно, максимально. Отлично. И дальше чуть быстрее темп. Наклон, лопатки, вниз, подъем. Наша цель максимально привести лопатки друг к другу. Добавьте к движению плечи. И в следующий раз мы добавим с вами движение руками. Продолжаем. Руки, стороны, вниз. Подъем. Помним про лопатки. Еще. Вниз. Отлично. Последний повтор. И сейчас встряхните ноги, чуть расслабьте мышцы, поставьте стопы шире. Мы будем приседать медленно на 4. 3, 2, медленный темп и вверх. 4 счета. Отлично. Вниз, 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 вверх, вверх. Вверх и чуть быстрее темп. Раз, два, раз, два. Плавное движение. Толкайте таз назад, опускайте его до уровня с коленом. Отлично. Еще раз так же. И поменяем темп на 3 счета вниз. 3, 2, 1. И вырасти. Медленно вниз. Быстрый подъем на выдох. Прижимайте всю стопу к полу. Еще один такой присед. И сейчас на каждый счет. Вниз, вверх. Отлично. Еще 4 повтора. 4, 3, 2. Последний повтор. Дальше медленный присед на 2. Вниз, руки ставим на пол. Проходим вперед. Вернулись. Присед. И подъем. Все медленно так же. Вниз. Руки вперед, проходим, вернуться, подъем, отлично. Два повтора таких впереди. Почувствуйте, как мышцы пресса подключаются к разминке. Продолжаем еще раз. Вперед, назад, отлично. Последний повтор. Вперед, назад, отлично. Назад левой ногой, выпад на два счета вниз. Раз. Два. Раз. Два. Угол 90 градусов в коленных суставах. Грудь поднята вверх, пресс напряжен. Пятка на полу. Еще один раз так же. И мы сделаем чуть-чуть быстрее темп. Вниз-вверх. Отлично. Тянитесь пяткой в пол, чтобы немного увеличить амплитуду. Ага. Два повтора. Последний раз. Меняем ноги. И снова медленный вниз. Раз, два. Раз, два. Два раза. И еще один. И чуть ускоримся. Вниз, вверх. Чуть больше амплитуда. Четыре. Три. Два. Подъем, марш на месте,
Сделайте вдох. И сделайте выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Отлично. Последний повтор. Супер. Итак, сейчас можно сделать глоточек воды. И мы переходим к следующему блоку. Следующий блок — мы работаем на мышцы ног. Исходное положение – это стопы на ширине плеч. Средняя постановка ног. Итак, начнем. Супер медленный темп. 4 счета вниз. Слушаем музыку и поехали медленно. 4, 3, 2, 1. Наверх. 4, 3, 2, 1. Все так же. 4. Смещайте таз назад. Колени на уровне стоп. Еще два повтора в этом темпе. 4, 3, 2. Ниже таз. Бедра до параллели с полом. И один повтор. Еще раз. 4, 3, 2, 1. Наверх. 4, 3. Чуть быстрее. 2, 2, 2. 1, 2, 1. Таз максимально назад отводите. Напрягайте пресс. Втягивайте живот. Еще один раз. И снова смена темпа. 3 к 1. 3 счета вниз. 3, 2, 1. Наверх. Медленно. 3, 2. Чуть ниже. Оп. И наверх. Еще два раза. 3, 2, 1. Наверх. Еще раз. И у нас чуть тяжелее. 3 пульса вниз. 3, 2, наверх. Еще. 3. Пружиним. 2. Наверх. Еще. Постарайтесь увеличить амплитуду. 1. Повтор. 3. 2. Смена темпа. 2. 2. Медленно вниз. Вниз. Наверх. Раскройте грудной отдел. Опустите плечи. Тянитесь макушкой вверх. Еще один раз. И внимание. Сингл. Восьмерка. Темп. 8. Чуть быстрее. 7. На каждый счет. 6. 5. Почувствуйте, как включаются в работу ноги. 4. 3. Супер. 2. И у нас идет интенсив. 3 пульса. 3. 2. Наверх. Еще. 3. 2. Наверх. Отлично. 3. 2. Наверх. Один повтор. В этом режиме 3. 2. И снова сингл. Восьмерка. 8. Полная амплитуда. 7. Сильные ноги. 6. 5. Сильный пресс. 4. 3. 2. Это только начало. Еще раз. Пульс. 3. 2. Наверх. Еще ниже. 3. 2. Наверх. Все тело в работе. 3. 2. Наверх. Один повтор. 3. 2. Сингл. Восьмерка. 8. 7. 6. 5. Отлично. Ягодицы в тонусе. 4. 3. Еще два раза. И снова 3 пружины внизу. 3. 2. Грудь наверх. Еще. 3. 2. Подъем. Еще два раза. 3. 2. Ниже, ниже, ниже таз. 3. 2. Сингл. 16. 15. 14. 13. Еще больше амплитуды. 12. Вниз. Вниз. Готова еще восьмерка. 8. Полная амплитуда. 7. 6. Почувствуйте включенные в работу ноги. 5. 4. Молодцы. 3. Я уверена, что вы молодцы. Стоп. Встряхнули ноги. Короткое восстановление. Глоток воды, но я думаю, можно сразу приступить ко второму блоку. Стопа в сторону. Широкая постановка ног. Раскрыли грудной отдел. И поехали. Приседания. Включаем работу внутреннюю поверхность ног. Медленно. 4, 3, 2. Таз максимально назад отводите. Супер медленно. 4, 3, 2, 1. Еще ниже приседайте. Еще два раза. Супер слоу. 4, 3, 2, 1. Наверх, наверх, наверх. Еще один повтор. Супер медленно. Плавно, плавно, плавно. На выдохе вдох. Наверх. 2-2. Темп. Раз, два. Чуть быстрее.
отличный темп, чтобы почувствовать, как работает ваше тело, как ваши мышцы. Еще разок. И смена темпа. 3 к 1. Медленно. 3 счета. 2, 1. Вверх. Хоп. 3, 2. Хоп. Наверх. Еще. 3, 2, 1. Наверх. Последний повтор. И вспомним пульс. 3 раза внизу. До параллели. 2. Наверх. Еще. 3, 2. Контроль над каждым движением. 3, 2. Наверх. 1 раз. 3, 2. И снова 2, 2. Медленно. Хоп. Отлично. Дышите. На выдохе наверх. Еще 2 повтора. Вниз. Втянутый живот. Сильный пресс. Помним. Сингл, 8. Темп. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Еще ниже. 2. Наша комбинация. 3 пульса внизу. 3, 2. Наверх. Еще. Ниже. 3, 2. Наверх. Грудь вверх. 3, 2. Подъем. Еще ниже. Опа. На каждый счет полная амплитуда. 8, 7, 6. Отводите таз назад. Колени на уровень стоп. 4, 3, 2. Прекрасно. 3 пульса. Пружиним. 3, 2. Хоп, вверх. Еще. Попробуйте опустить таз чуть ниже на последней пружине. 3, 2. И еще ниже. 1 повтор. 3, 2. И еще ниже. Сингл. 8. Хоп. 7, 6. Молодцы. Разогревайтесь. 4, 3, 2. И снова пульс. Добьем. 3, 2. Наверх. Еще. Помним. Увеличиваем амплитуду и наверх. 3, 2. Хоп, наверх. 1 повтор. 3, 2. И сингл, только темп. Полная амплитуда. 16, 15, 14. Ху-ху, сильные ноги, да? 13, 12. Еще чуть ниже. Готовы? 8 раз. 8, 7, 6, 5. Увеличьте амплитуду, добавьте интенсивности. Еще 2 раза. Последний. Вдох, отдых. Короткое восстановление, несколько секунд. Еще 1 часть этого блока. Стопы на ширине плеч. Раскройте грудной отдел. Медленно приседаем. 2, 2. Поехали. Вниз. 1, 2. Наверх, наверх. Вниз, вниз. Наверх, наверх. Еще 2 раза. И внимание, нас ожидают прыжки. 1 повтор. Отлично. Из приседа. 1. Наверх. Собрали? Есть. Хоп. Еще 4. 4. Чуть ниже. 3, 2. Последний. Стопы на ширине плеч. Приседаем. 2, 1, 2, 1. Это финиш блока на ноги. Еще 2 раза. Вниз. Наверх. 1 повтор. Готовы прыгнуть в широкую постановку. Поехали. 8, 7, 6, 5. Отлично. 4, 3, 2. Последний раз. Хоп. Есть. Итак, друзья, движемся дальше. Дальше мышцы груди. Мы будем работать внизу. Приготовьте ковер, если он у вас есть. Итак, начнем мы с обычных отжиманий. Широкая постановка рук. Вариант простой. Вы можете работать с колен или с прямых ног. Медленный темп. 4, 3, 2. Медленно вверх. 4, 3, 2. Еще раз так же. Медленно. Локти чуть направляем назад. И темп. 2, 2. Вниз, вниз, вверх и вверх.
Стратись свести лопатки вместе. Продолжаем еще так два раза. Опускайте плечи до уровня локтя. И сделаем на каждый счет 8 раз. 8, 7, 6, 4 повтора осталось. Напрягите сильнее пресс. И вверху останемся. Только пауза, стоим в планке. На прямых руках, на прямых ногах или на коленях, если нужно более простой вариант. Еще продолжаем стоять. Активный отдых, активное восстановление. Еще 5 секунд. И опускаем ноги вниз, таз назад. Растяните спину, растяните мышцы груди. Встряхните руки. И у нас будет второй подход. Также руки шире. Все повторяем с самого начала. Готовы? 2. Медленно вниз. 4. 3. 2. Медленно вверх. 4. 3. Сейчас очень важно работать на все 4 счета вниз и на все 4 счета вверх. Отлично. И снова 2-2. 1. 2. 1. 2. Избегайте прогибов поясницы. Последний раз. И мы готовы сделать на каждый счет 8, 7, 6. Всего 4 раза. Нас отделяют от планки. Последний повтор. И скалолаз, правая нога. Вперед, левая. Да, уже чувствуем, как стало чуть-чуть тяжелее. Стоп. Снова отдых. Таз назад. Расслабьте спину. Тряхните руки. Друзья, у нас последний сет впереди. Он будет чуть-чуть интенсивнее, поэтому приготовьтесь. 2-2 снова. Медленно вниз. Я уже чувствую, как у меня чуть-чуть устали мышцы. Ань, ты как? Я супер, я отлично. Вообще. Надеюсь, что вы тоже супер. В этом же темпе правое колено к локтю на 2. О, вот это и левое. Да. Легкий вариант с колена. Отлично. Продолжаем еще медленно. Подтяните ближе колено. Последний повтор. И стоп, отдыхаем. Расслабьте мышцы. Это было в конце хорошее упражнение. Тряхните руки, чуть растяните грудь. Итак, мы движемся дальше. Дальше мышцы спины. Начнем с положения стоя. Стопы на ширине плеч. Раскройте грудной отдел. Руки перед собой. И медленный наклон вниз. 4, 3, 2, 1. Подъем наверх. Сведите лопатки, напрягите пресс. Отводите таз назад. И наверх. И чуть быстрее. 2-2. Раз, два, раз, два, раз, два. Наверх. Еще два раза. Медленно вниз. Подъем. Один повтор. Отлично. Наклон, отведение рук в сторону. Наклон. В стороны, вниз, наверх. На каждый счет. Раскрытый грудной отдел. Помним. Сведенные лопатки. И еще разок. Наверх. 3 раскрытия. Поехали. 3, 2, 1. Подъем наверх. Все так же. Вниз. 3, 2. Шея свободная. 1. Подъем наверх. Еще так же. 3, 2, 1. Еще один разок. Поехали. 3, 2, 1. И чуть увеличим количество раз. 7 раз. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Один, подъем наверх, и еще один такой же повтор. Вниз, сместите таз назад. Корпус до параллели с полом. Еще. Три, два, один, подъем наверх. Отлично. Встряхнули ноги, встряхнули руки. Коврики нам понадобятся. Гиперэкстензия впереди. Ложимся на живот. Исходное положение. Руки в стороны, сведенные лопатки. Дождемся музыки. Раскройте грудной отдел. И поехали. Медленно на два счета поднимаю корпус вверх. Раз, два, вниз, вниз, вверх. Напрягите ягодицы, стопы вместе. Сильная спина. Отлично, наверх. И внимание, теперь раскрываемся на меня. Раз, на меня, отлично. От меня теперь, хоп. Молодцы. Сильная спина, ягодицы зажаты. Ох, отлично. А теперь усложним. Три пульса вверх. Три, два, наверх и вниз. Еще. Три, два, наверх. Взгляд четко в пол. Три, два, наверх. И один повтор. Три, два, есть. Выдохнули. Чуть-чуть встряхните плечи. Расслабьте ягодицы на несколько секунд. Соберите стопы вместе. И снова повторим все то же самое. Руки в стороны. Плечи вниз. Три, два. Гиперэкстензия. Два, два. Вверх. Раз, два. Вниз. Вниз. Раз. Максимальная амплитуда. Включите в работу спину. Раз, два. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. И снова раскрываемся на нас. Улыбнулись нам. Закрылись. От нас. Хоп. Вниз. На нас. Мы вас видим. Еще раз. Усложняем. Три пульса. Поехали. Три, два, один. И вниз. Еще. Три, два, один. Задержитесь в верхней точке. Оп. Отлично. Один повтор. Держим. Стоп. И у нас заключительное упражнение. Лодочка. Руки к ушам. Поднимите ноги наверх. Это первый уровень. Если вы готовы идти чуть дальше, добавьте движение ногами. Держим. Держим, держим, держим. Поехали. 16 счетов. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Выше корпус, выше ноги. 8, 7, 6, 5, 4. Колени прямые. 3, 2, хоп. Есть. Хорош, хорош. Таз на пятки. Расслабьте мышцы спины. Я надеюсь, они у вас поднапряглись. Ну что, работаем дальше. Виталик. Итак, дальше снова потренируем наши ноги. Стопы на ширине. Чуть шире таза. Направьте стопы в диагональ. Начнем с медленного темпа. Приседание снова вернулось. Готовы? Два-два. Плавно вниз. Раз-два. Раз-два. Все спокойно. Почувствуйте движение, почувствуйте ощущения в мышцах. Последний присед. Левой ногой шаг назад. И выпад. Два-два. Вниз. Раз-два. Раз-два. Угол 90 градусов в коленном суставе обеих ног. Выше грудь. Пятку прижимаем к полу. Отлично. Еще раз. И добавим подъем колена. Вниз, вниз, колено вверх. Немного баланс. Отлично. Шаг сделайте дальше назад, чтобы увеличить амплитуду выпада. И сделаем чуть быстрее на каждый счет. 8 раз. 7, 6. Старайтесь работать в полную амплитуду, чтобы максимально задействовать мышцы. Последний повтор. Снова присед. 2-2. Раз, два. Раз, два. Активный отдых, чтобы переключиться с одной ноги на две. И внимание. С двух ног переключаемся на одну. Другая нога. Выпад. Снова. Два к двум. Плавный темп. Вниз. Вниз, вверх, вверх. Настройте положение. Стопы на ширине таза. Угол 90 в коленях.
грудная клетка вверх. И еще один раз остался. В следующий раз добавим колено. Медленно. С коленом. Вниз. Отлично. Два. Последний раз. И снова. Чуть быстрее темп. Восемь. Семь. Длинный шаг назад. Еще. Четыре. Отлично. Последний. Оставляем ногу правую на полу, левой назад. Каждый раз меняем ногу. Еще. Четыре. Ага, ниже сделаем. И еще восемь раз осталось. Восемь. Далеко назад. Четыре. Три. Два. Последний повтор. Стоп. Немного встряхните ноги. Итак, у нас будет второй сет. Он будет чуть интенсивней. Мы добавим плиометрики в этом сете, поэтому приготовьтесь немножко попрыгать. Начнем снова с приседаний. Стопы в диагональ, все по той же схеме. Два-два, два-два, вниз. Раз, два, раз и два. Ниже выпад, будет впереди. Последний раз. Шаг назад ногой, правой впереди. По три, внизу пульс. Три, два, подъем. Отлично. Три, два, загружаем ногу. Еще раз. Шаг и колено вверх. Назад. Три, три, два, колено. Отлично. Ниже, 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 ниже пружины. Отлично. Шаг вперед, присед. Два-два. Уже ноги немного устали, да, такие мышцы? Еще один раз. Другая нога. Готовы? Три пульс. Вниз. Три. Два. И встаем. Вниз. Раз. Два. Три. Подъем. Отлично. Еще повтор. Помним, что было дальше. Колено. Поднимем вверх. Три. Далеко. И высоко, да? Назад и вверх. Еще повтор. Внимание, дальше. Шаг вперед, прыжком назад. Меняем ноги. Финишная прямая. Еще. Четыре, три, два, один. Стоп. Отлично. Еще 50. Итак, снова возвращаемся вниз. Возьмите ковры или полотенце. Приготовьте их перед собой. Вспоминаем разминку. Присед на два счета вниз. Раз, два. Руками вперед. Назад. Подъем. И стоим. Плавно еще. Вниз, вниз. Руки вперед. Обязательно используйте приседания. Сначала мы делаем присед, только затем идем руками вперед. Снова вернулись в присед и отсюда подъем. Продолжаем также. Плавно вниз. Вперед. И вот здесь пауза. Стоп. Стоим. Стоим. Немного планки. Статическая работа. Возвращаемся обратно. Подъем. Повторим еще. Вниз и вперед. Стоим. Кто хочет усложнить, сделайте скалолаза ногами по очереди. Возвращаемся обратно. Отлично. Стоп. Ложимся на спину. Поставьте пятки чуть ближе к себе. Руки вдоль корпуса. Итак, плечевой мост впереди. Мы снова включим ноги. Готовы? Два-два темп, медленно вверх. Ягодицы или ягодицы, да? Надо будет у Димы спросить, как правильно. Еще один раз так.
И приготовьтесь. Работаем чуть быстрее. 8. И вниз. 7. Чувствуйте всегда напряжение в мышцах. Не кладите таз на пол, да? Немного коснуться и сразу вверх. Отлично. В этом же темпе продолжаем. Выпрямляем одну ногу и на одной ноге 8, 7, 6. Легкий вариант, вы можете чуть согнуть ногу. 4, 3. Больше амплитуда. 2, еще 1, меняем ноги местами. И снова 8 на одной и 8, 7. Давите пяткой в пол. Легкий вариант, согнутое колено. 4, 3, 2. Еще один раз. 2 ноги на пол. Продолжаем темп. 8. Хорошо, да, стало ягодицам? Супер. Представьте, какие они будут круглые после этого урока. 4, 3, 2. Последний раз. Таз на пол, руки к голове. Скручиваемся медленно. Вверх и вниз. Плавный темп. Наконец-то мы добрались до мышц пресса. Еще один повтор. И снова чуть быстрее. 8 раз. 8, 7. Выдох на подъем. Отлично. 4 раза. 3, 2. И дальше в диагональ к колену. Тянемся плечом медленно. И вниз. В другую сторону. И снова вниз. Еще раз. Постарайтесь два плеча поднять над полом. Ускоримся. Быстрый темп. 8, 7, 6. Отлично. 4, 3. Продолжаем работать с прессом. Дальше. Сик-ранч. 3 пульс. Ноги, корпус вверх. 3, 2. И вниз. Снова. 3. Вот здесь нужно максимально поднять корпус вверх. Еще раз. И все с самого начала. Только таз вверх на 2. Раз, два, раз, два. Дадим немного мышцам живота отдохнуть. И снова потренируем наши любимые ягодицы. Ягодицы, да. В темп 1-1, вверх-вниз. Раз. Вверху максимально сжимайте ягодицы. 4 повтора. 3, 2. Помним дальше. 1 нога. 8 раз. Ох, меня уже начинает сводить ногу. Кстати, еще 4 раза. 4, 3. Выше вверх. Последний. Меняем ноги. И снова 8. Ох, хорошо. Держись. Это приятное ощущение в мышцах, когда они работают. Такое легкое жжение. 2 ноги на пол и таз вверх. 8, 7, 6. Во время движения напрягите пресс, чтобы убрать прогиб поясницы. Отлично, еще раз. И дальше снова кранчи. Медленно вверх на 2. Корпус. И вниз на 2. Локти тяните в стороны. Подбородок прижмите к грудной клетке. И не отрывайте его. Еще один. Быстро. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Отлично. Диагональ. Медленно. Раз, два, раз, два. Сейчас прекрасная возможность сделать полную амплитуду. Много времени, много музыки, чтобы поднять корпус. Ускоримся. Темп. 8, 7. Отлично. Кранч, 3 пульс, 3, 2, и вниз, и вверх. Еще, отлично. О.
Последний повтор. Стоп. Отдыхаем. Отлично. Продолжим. Продолжим? Стрейч? Да. Наконец-то стрейч. Надеюсь, у меня не потекла душа, потому что я плакала на мышцах пресса. Итак, ложимся на спину. Исходное положение. Виталий, присоединишься? Да. Давай. Без меня. Итак, правая нога согнутая на полу, левая наверх. Прямая. Растяните заднюю поверхность ноги, подколенные связки. Попробуйте взять стопу на себя. Почувствуйте мышцы ног, почувствуйте, как они поработали у вас. Хорошо поработали. Я надеюсь. Я надеюсь, у всех так же поработали, как у Виталика. Хорошо. Выпрямите колено, если это доступно для вас. Поменяйте ногу. Правая наверх. Стопа на себя. Если не получается выпрямить колено, ничего страшного. Работайте для вас в вашей максимальной амплитуде. Вы чувствуете бедро. Отлично. Левая, правая вниз. Левая стопа на бедро. И потяните ягодичные мышцы. Почувствуйте свои ягодицы. Побольше. Возьмите на себя бедро, увеличивайте амплитуду и интенсивность. Это не просто положение, это работа также. Отличная музыка. Не засыпать. Меняем ногу. Снова ягодичная мышца ощущается. Да. Спина полностью лежит на полу. Несколько секунд еще в этом положении. Отлично. Чуть-чуть приподнимитесь, развернитесь на бок. И верхнюю ногу подтяните пятку к ягодице. Растяните переднюю поверхность бедра. Какая романтичная музыка. Белый танец. Я приглашаю вас. Поменяйте бок. Почувствуйте переднюю поверхность бедра снова. Чуть-чуть больше подайте таз вперед. Еще чуть-чуть. Наслаждайтесь. Встаем. Растянем грудной отдел. Раскройте его руки через верх, в стороны и назад. Отведите их чуть больше. Почувствуйте грудные мышцы. Посмотрите вверх. Опустите плечи. Дышите. С очередным выдохом замок перед собой и круглой спиной. Оттянитесь назад, почувствуйте мышцы спины. Прекрасно. Левая рука, растяните плечо. Опустите плечи вниз. Отлично, поменяйте руку. Почувствуйте мышцы. Трицепс. Надеюсь, он у вас также был сегодня включен в работу. Поменяем руку. Отлично. Делаем вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдыхаем. На этом мы закончим. Да? Да. Мы прекрасно поработали, я надеюсь, что вы тоже. Виталий, что Анна. Скажешь? Друзья, спасибо вам, что были с нами. 27 клубов, глобальный флешмоб. Надеюсь, вам понравилось. Вы почувствовали всю энергетику всех тех людей, которые тренировались с вами в один и тот же момент, делали одно и то же движение под одну и ту же музыку. Все вместе в одном движении. Это сколько человек, вы представляете? Это какая энергия. Мы можем покорить мир. Оставайтесь с нами и продолжайте тренироваться. Спасибо. Спасибо.